Эй, давай, домажь меня. О, смотри, смотри, смотри. Вот это жесткий какой-то челепиздый. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, King and Fire, Веном, Скромник, Данил Топ, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Хай. Наконец-то вышли новые монстры Хендерсон. Если опять кушать, приятного аппетита, а у нас обзор новых монстров. Первый монстр, Банана Итер. Так, что он из себя представляет? Какой-то обычный челепиздрик, как похожий. На кого похожий? Цветок зубатый. А чё на меня агрится? О, пусть фигачит кого-то. На паука, на паука. А, кстати, смотри, как у него глаза прикольно торчат. Лупоглазый банан. А ну пусть лупанет меня. Хорошо, давайте следующий. Банана Итер Стандиш. О, привет! Ты стоячий! Стоячий банан! Ну? Банан. Блин, смотри, как он леща прописывает. О! Банан, а что он делает? Он подкидывает, что ли? Он берет это и пожирает. А, вовнутрь к себе закидывает. Да. Воу, это было прикольно. Нет, чувак, я уже больше не поведусь на эту штуку. До свидания. Следующий у нас. Картон Маус. Какой-то стеснительный. А чё? А, его надо тронуть. Тронь его. Он обижает. Давай, давай, а ты удари. Он обиженный, сейчас будет обиженный очень злым. Это внешний вид обманчивый, пацаны. О, смотри! Я же говорю, внешний вид обманчивый, какой-то неадекватный. Иди сюда, челик. Помните, мы когда записывали в тот раз, не было этой функции, теперь появилась. Димас. Ну, прощайте, да? Догоняй. Тише, тише, меня не трогай, я тебя не трогал, за что меня? Неадекватный какой-то мышь. Успокойся. Так, давайте следующего. Картон Маус Киллер. О, сразу этот функция пошла. Давай, а ну, замочи меня. Таня, ты какой-то неинтересный. Чего у него такое оружие делает? Музыка стала страшной. Пацаны, мочите его. Он мне не нравится. Отлично. Серега, ты чем его ударил-то? Админской жопой. Ах ты, админская жопа. Серега, сейчас будет очень классный монстр. Он тебе реально понравится. Потому что House Head. Смотри на этого гиганта. Офигенный монстр. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям поднять настроение. И как всегда, вы видите, что мы записываем очень крутые, веселые ролики. Что это за игра? Он выстрел маленьких домиков пауков. О, он обсирается. Да, он выстрел. Он как убивает кого-то, из него выходят вот эти маленькие дома. О, прикольный, прикольный челепиздрик. Надо, пацаны, просто всегда быть в движении. Ой, ну нет, это так не работает. Что, еще насрал? Да, вон, срет, смотри. Эй, не сри. А, и удалились эти черепиздрики, да, маленькие? Да, да. Так, сейчас будет House Head Миньон. Вот. О, черепиздрик маленький. А ну пусть задамажит. О, гон дамажит, с двух ударов, что ли? 60%. О, а ну давайте, подожди, а можно в него вселиться? Вроде должно, можно вселиться в него. Эй, его поймать бы еще мышкой. Психа этого. Давайте я пойму. Во! Я вселился в него. Ой. Ой, камера. Обстоятельства. Странно работает камера очень. Я вижу все из-под жопы. Нет, я выселился с него. Ах ты говно, Димас. Ой, больно. Это не я был, я уже выселился. Он как-то криво управляется. Пацаны, сейчас будет очень крутой монстр, потому что в тот раз мы тоже записывали его, но его улучшили. Кто помнит его? Я помню. О, это тот, зубами. Да-да-да, который об землю головой бьет. Ну-ка. В голову стрельнем, он разозлится. А ну дамажьте, дамажьте его. Слышь, ты щенок вонючий. Вообще да, ничего. Пацаны. Разозлился. А ну-ка иди. О, смотри. Тупо жрет. Эй, я не вкус. О, угон еще прыгает. Эй, давай дамажь меня. О, смотри, смотри, смотри! Вот это жесткий какой-то челепиздрик. Смотри, ах ты щенок говна, я тебя буду бить головой в землю. Серега, пусть тебя побьет. Не ссы. Кстати, он не все бьет, некоторых просто лупа, что некоторых об землю бьет.
Вот смотри. Ах ты, говно. Давай. А, ну, а меня бил, кстати. От скина, наверное, зависит, да? О, смотри, да, мой скин лупашит. Как тряпку. Так, хорошо, давайте сразу... Хуш киллер. То он сразу злой получается, да? Да. Ух ты. Сразу безбашенный. О, всех лупашит. Он прям всех лупашит. А, и башка заболела. Давай. Серега. В голову обстрел. Я. Вот это ненормальный. А как-то странно, нужно? Анимация срабатывает. Мочите его, давайте его замочим. Погнали. С 7 ду, с 8, 8 человек. Должны убить его по-любому. Давай, Сережка. Ой, извини. Не хотел. Эй, отвали! Отвали! На тебе! Неадекватный псих какой-то. Эй, не прыгай на меня! Ого, а чем ты стреляешь, Серега? РПГ. Что-то РПГ его не гасит. Граната, пацаны. Арбалет. Ой, попал, красиво. Граната должна его, кстати, убить. Отойдите от него, ну блин, ну ты... Попадает четко. Не, живой, смотри, какой. Живучий подлец. Хорошо, давайте сейчас поставим дальше. И сделаем уже в конце битву со всеми. Следующий у нас... Ой. Джелли. О, что это за клякса летающая? А где она? Желешка медуза. О, я его убил. Джелли Маунт. Давай еще. Чимаут. Ну-ка. Ого, зубастая кабака. Что это такое? Чем пришел убивать, тем больше встает. Да? Он увеличивается, получается? Да, он. А насколько его ж можно увеличить? Увеличивается. Хорошо, давайте поставим еще. У нас получается это еще больше. О, давайте подальше. Это гигант написано. Ого! Вот это кабака! Медленный, конечно. Медленный-то медленно, но... Здоровенный какой. Слышь, иди зубы почисть. А как его убить? Вот это он гигант. R2, вход. Ого. Мы его не дамажим, да, или дамажим? Он еще больше становится. Ничего себе. Он, потому что жрет кого-то. Снайперка вход. Мне кажется, он наши пули пожирает. И больше от этого становится, да? Нет, по нему урон проходит, если там пуля. Да, он больше становится, Серега. Не. Он просто раскрывает щупальца свои. Да. Так, что-то его нифига не берет. А он не там. Ну-ка, монетку. На, гранаты, попей. Надеюсь, дамажит граната его как-то. Не. Чё, Серега, не? Я либо не попадаю... Кидай это под ноги ему, под ноги. У него же, наверное, скин под ногами. Ой, красиво гранатка взорвалась. Нет. О, давайте воздушный удар, Серега. Давай. Прощай, давай. Щенок. Ну-ка. Нет, Сережка, нифига. Ну, админский пистолет. Ну, админский пистолет, да, да, раз-два его заложил. Хорошо. Living Building. Ого, что это за кабака? Глаза с тудом с щупальцами? Да, это то же самое. Маленькие дома вот эти. Тогда я его хоть раз завалю. На. Красиво. Ой, меня пауки съели. Так, и у нас The Imposter. Его, кстати, пофиксили, он теперь такой жесткий. Ой, это импостер, компостер. Да. Давайте повыживаем с ним. Короче, ставлю разных монстров, будем выживать. Ой, давай. Это что за... Они друг друга не русские. О, как раз, кто из них самый сильный, да, Серега? Да. Все, смотрим, всех разных поставил. О, дерутся.
Ребята, напишите в комментариях, пока не дошла битва до конца, кто из них самый сильный. Импостер. Дамажи. И бананы дерутся, и импостеры дерутся. Но ничего не происходит. Ой, может... Как может вы... что? Помочь им? Да. Убить их. О, кстати, у нас есть огненная бомба. Вот она. Payway. Серега, надо активировать эти бомбы. Ты сможешь? Где? Все, взрываю. Давай. Ёшкин кот. Прощайте. Красиво взорвалось? Да. Огненные. Притом это реально огненные. Ты еще одну эту поставил? Да. Они горят, ну нифига. У меня игра вылетела. А я вижу, вы вылетаете. Серега, они что-то не умирают. Давайте по старинке. Сейчас. Сейчас, Серега, не надо, все, они умрут. Гренвич, в действии. О, сейчас будет мега взрыв. Ух ты. Меня лагает. Они живые? Почему вы живые, пауки вы вонючие? У них там, наверное, у них ХП. Бесконечно. Хорошо, у нас есть бесконечное оружие, которое выносит эти ХП. На! Извините, пацаны, обстоятельства, но карта зачищена. И, друзья, что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!